Друзья, наши новогодние рецепты продолжаются. Сегодня будем делать селедку под шубой. Акцент сделаем именно на оформлении. Все ингредиенты я предварительно отварила и натерла на терке. На тарелку выкладываем разъемное кольцо, либо форму для бисквита без дна. В центр ставим вот такой стакан. Дальше первый слой у нас идет майонез, дальше картошка, майонез и хорошим слоем селедка. Дальше сверху идет морковка и еще один слой майонеза. Дальше ставим свеклу и еще один слой майонеза, хорошенько распределит, и сверху натираем яйцо. Аккуратно вытаскиваем стакан. По бокам ставим вот так укроп, и я еще вот так добавила сюда гранаты, чтобы было более празднично. Аккуратненько снимаем кольцо, и наш салат готов. Приятного аппетита!